Вы на канале Дэнни Хелл. И сегодня я хотел сделать небольшой обзор, отзыв на детский мобиль фирмы Tiny Love от 0 до 5 месяцев. Вот такой вот мобиль. Вот такой. У него 5 мелодий, которые длятся до 30 минут. И этот мобиль можно как закрепить на переноску, так и на коляску. Ну а с помощью стойки он может крепиться на кроватку. Еще в комплекте у него идет вот такой вот крюк для крепления вот как раз либо на переноску, либо на коляску. Если не сможете так закрепить, то вот это может помочь. Для работы этого мобиля необходимо 3 пальчиковых батарейки. Давайте сейчас. В комплекте идет вот такая вот стойка. Вот этим, она вот здесь вот прорезиненная. Очень удобно закручивать на кроватку. Потом вот сам модуль, мобиль. Как я уже говорил и показывал, вот такие вот, как они, клещи для крепления на, например, на переноску. Я вам покажу, я не буду крепить на стойку, я вам просто покажу так, как она работает. Все сделано очень хорошо, качественно. Производство Китай. Ребенку очень нравилось, пока он из него не вырос. Вот так вот. У этого мобиль 2 режима. Со звуком и без звука. То есть со звуком он будет играть и крутиться, без звука он будет просто крутиться. Это вот как раз режим без звука. И вот режим со звуком. Мелодия очень приятная, ненадоедливая, не особо громкая, что было одним из, в принципе, из важных моментов при покупке мобиля. У мобиля вот идут такие вот красивые, яркие зверушки. Сейчас вам выключу, покажу. Зверушка. Зеленая мягкая лягушка. Приятная на ощупь. Воробей. И зайчик. С помощью такого мобиля ребенок в первые годы, и даже не годы, месяцы своей жизни начинает изучать цвета, фигуры, вот кружочки, например, полоски. Здесь, как видите, есть сначала черно-белые, ну и цветные рисунки. Ну все. Вот мой отзыв на этот мобиль закончен. Если понравилось, ставьте лайки. Пишите комментарии. Все, всем спасибо. До новых встреч. Пока.